เดี๋ยวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับรายการ Dark Knight Gaming วันนี้มาแคสเกม Crisis 2ใช้สำหรับเทรนเนอร์ต่อครับผมมาเอามารีใหม่อันนี้ก็กดข้ามไปแล้วผมเราจะต่อเนื่องจากเมื่อวานกันเลยโอเคเมื่อวานเล่นไหนนะเมื่อวานเล่นนี่วันนี้จะมาต่อด่านนี้เลยครับผมมาคุยกันยาวๆสคริปต์ใช้เทรนเนอร์เล่นเหมือนเดิมนะครับกูเสียวอ่ะไม่สิไม่เสียวดิกูเทพอ่ะเออต้องบอกแบบนี้ очередной хрен боюсь пророк мог бы сказать ну хотя бы костюм не поврежден это самое главное придется импровизировать на ходу в костюме а мой юный другЯ хотел, чтобы ты был в сознании, однако нано-костюм посчитал иначе. Что ж, приступим. Прошу простить это предательство, но выбора не было. Мне нужен костюм. Конкретно этот костюм, чтобы раз и навсегда остановить сефов.Обычный солдат тут не подойдет. Я не понимаю, что происходит. Ты здесь, пророк. Твой костюм сросся с системами цефов. Ты должен вернуться. Без тебя нам конец.Ах ты, больной ублюдок! Ты знал? Ты знал, что костюмы симбионты? Что они сделают с моими людьми? Ты превратил их в ходячие трупы! Я превратил их в воинов будущего. Ты же солдат. Считай это долгом... Ты лгал нам! Скажем, я экономил правду, да. Но что я мог? Что ты можешь сейчас? Цефы будут здесь, пророк. Скоро.Думаешь, мы сможем победить, используя обычных людей? На этой войне простым людям не место. Это будущее. Смерть теперь не более чем условность. Мы все здесь ходячие трупы. Перегрузка! Взять его! Убейте, если нужно, но не повредите костюм!Бейте только в голову! Очень мило! А теперь попрощай! Тара, нет! Тара, послушай меня! Эй, все хорошо, я из ЦРУ, отдел специальных операций. Перевелась туда 3 года назад и скотчка!Это я приказала твоему отряду вытащить пророка и Гулда. Все провалилось, впрочем. Окей, ты сэд лобом, да? А, пыльма. Слушай, у нас будет время, чтобы объясниться. А сейчас это место штурмуют цефы. Нам нужно вытащить Харгрива. Он откровенно спятил. Считает, что остался последним вменяемым человеком на планете.Но он знает многое о цефах. Он работал с их нанотехнологиями уже 100 лет, с тех пор, как похитил Стунгусский первый образец. Он стоял за резнёй в Лингшане 3 года назад. Там погиб мой отец. У Харгрива есть план противостояния вторжению. Нам нужны эти сведения. Он заперся в офисах руководства, где-то там. Охрана там отличная, вживую сейчас с ним не увидится. Поверь, я пыталась. Тебе придётся прорываться. Я поднимусь на площадку и подготовлю вертолет. Вытаскивай его и тащи ко мне.
Вытащим его и сядем где-нибудь, где сможем развязать ему язык. И я буду на связи, если что. Иди. Можно. Доступные тактические возможности. Найти и спасти Харгрива. И разобраться с ним. Скудная награда для таких усилий. Открыв лабиринт, ты ожидаешь хотя бы увидеть Минотавра перед смертью. Ну что ж, так будет честнее. Идем. Маски прочь. Я здесь. Ты в шоке? Могу понять. На твоем месте я бы воспарил. О, эти скачки пульса, иллюзия полета, вброс адреналина в кровь. Такое сладкое чувство. Увы, я не испытывал такого очень давно. Уже больше 100 лет мои развлечения являются исключительно умозрительными. Я вступил на путь, с которого ушел Карл Раш. Долгую дорогу к бессмертию. Я хотел надеть костюм пророка, взять оружие, которое он нам дал, его броню, пойти в лабиринт и убить Минотавра. Но теперь... Ты закончишь то, что начал пророк. Уходи оттуда, Алькатрас. Нет. Стой! Тебе нужна последняя часть загадки. Там, на столе. Возьми шприц. Возьми. Да. Вот. Тунгусский материал. Ключ ко всем вратам. Нет,
так и могли. มาที่เมืองนิวยอร์ก Думаешь, я сидел в этом мерзком городе от большой любви? Ты их ждал, да? И никого не предупредил. Кого? Все человечество? Что ты натворил, старик? Они здесь, ты... О, да, Нейтан, хозяева здесь. Будят системы и греют котел. Они возвратились в свой старый дом. И что они здесь обнаружили? Паразитов. Можно ли их винить? О, ангелы смерти пришли. Вернете меня к человечеству? Что-то вы долго. Да, иди, иди, быстрей. Спаси нас! Пабло! Маскировка отключена. Элен Бум. Да-да. Шейком Харгриев. Я говорю, на основной команде чистые сел. Командор Локхард. Я скоро к нему присоединюсь. Призм же взорвется в ближайшем времени. Если мы хотим остановить пришельцев, нам остается надеяться только на пророка. Поэтому оставьте враждебность и помогайте ему всем, чем только можете. Пока идет эвакуация острова. Все комплексы призм будут закрыты через 10 минут. Oh, come on.
Послушай меня, Алькатрас. Харгрив никогда не блефует. Здесь все сейчас взлетит на воздух, сваливая оттуда. Алькатрас, не тормози. Мы идем через город к точке встречи. Быстрее! Ты должен вернуться на Манхэттен. Мы теряем костюм, мы теряем все. Хотел узнать о закрытой жизни. Хоры ангелов и гиена огненная – это все, конечно, пустой трёп. Если в детстве научим бояться ада, с годами не научим. По правде сказать, у меня уже было несколько загробных жизней. Вот это, например. Сплошное чистилище. Почти полвека плавать в контейнере с раствором, как заспиртованный экспонат, зажатый между видеоэкранами и системами камер. Как мысли, так и ползу по силиконовым кишкам машин. Зонтка, постоянно думая о мире, который хочет. Если это и есть жизнь после смерти, я лучше предпочту забыть. Не трать времени, Алькатрас. Иди к мосту.